Сотрудничество регионов Беларуси и России выходит на новый уровень. Теперь бизнес-контакты будут налаживаться напрямую. Об этом сегодня заявили члены правительства Республики Коми, которые посетили Гродно. Тесные связи между регионами были утрачены с распадом Советского Союза. Сейчас экономический потенциал сторон позволяет не только увеличивать товарооборот, но и создавать совместное предприятие. Гости планируют познакомиться с деревообработкой и туристической инфраструктурой региона. Есть заинтересованность в организации отдыха жителей северного региона России в гродненских санаториях. У нас есть целый ряд точек соприкосновения. Это и, может быть, в вопросах лесной промышленности, лесопереработки. Это и вопросы, значит, вашего мебельного производства, в общем-то, достаточно знаменитого. Мы уже это обсуждаем. Целый ряд есть вопросов, связанных с сельским хозяйством. Это и вопросы здравоохранения. Нам очень интересно сюда будет и своих людей присоединить. В ближайшие дни Гродненщину посетят уже представители бизнес-сообщества Республики Коми в плане заключения выгодных контрактов с белорусскими партнерами.